Курс «Дети читают стихи», Слушкин Михаил, 12 лет, Фатих Карим, «За отчизну». Пишу письмо перед началом боя, заговорят орудия сейчас. Им, может быть, на солнце золотое сегодня я гляжу в последний раз. Но я пойду, уверенный в победе, расстреливать без промаха врага. Коль сам погибну, живы будут дети, моя отчизна будет жить века. Бессмертен мир, и пестротой сверкая, среди лугов останутся цветы. Надолго сохранит земля родная и песнь мою, и ног моих следы. Мне умереть не страшно, я спокоен, идя в огонь под стягом боевым. За славную отчизну павший воин рождает песню подвигом своим.